Рекламні оголошення, плакати, брошури, газети, журнали. Основою цієї поліграфічної продукції є шрифт. Сьогодні у програмі дізнаємось, як шрифт можна використати у створенні художнього образу. Поєднаємо текст із зображенням. На прикладі робіт учнів Миколаївської дитячої художньої школи покажемо, як журнальні і газетні рядки вкладаються у рамки малюнку, створюють цілісну графічну роботу. У нас есть просто в программе задание «Шрифтовая композиция». Вот. И для того, чтобы просто не изучать шрифты, ну, отдельно, потому что это очень тяжело рисовать шрифты, там есть какие-то свои законы, как это нужно делать. И обычно это делают уже в училище или в институте, там, на каких-то курсах. То мы просто используем шрифты только для композиции, чисто для компоновки листа, либо рисуем их, либо вырезаем из журналов и клеим. То есть используем как пятна. Как пятна. И, конечно, это в технике графики всегда. Шрифт з німецької «писати» – це графічна форма літер, знаків, що складають єдину стилістичну і композиційну систему – набір символів визначеного розміру і малюнка. Шрифти створюються художниками та граверами згідно з задумом, стилем, художньо-декоративними задачами. Використовувати шрифт як елемент зображення – доволі складне завдання. Тут допоможуть знання композиції, художнього матеріалу, історичної епохи. А ще немаловажні – оригінальність і кольорове рішення. Перше – це вміння працювати, скомпонувати в листі. Це перше. Друге – потрібно знаходити рівновесі п'ятен. Там білих, чорних і цвіта, якщо цвітні. А если только черно-белые, то равновесие черного и белого в листе. То есть это довольно непростая задача. Какое должно быть равновесие? Равновесие, черное ведь пятно более тяжелое в листе. Если мы, допустим, справа сделаем много черных, ну, каких-то шрифтов там или пятен, да, а слева сделаем мало, то у нас будет нарушено равновесие. Нужно находить как бы гармонию. Плюс надо передать силуэт, ну, того, что мы изначально выбираем. Как правило, я предлагаю для того, чтобы сочинить тему, работать с книгами. Это либо, ну, здесь мы видим, по мотивам египетских росписей, потом бывает иногда греческие, ну, такие, где больше графика. Вот, и где мало цвета, где есть черный, белый, то есть подсказка детям. Ни в коем случае не разрешается срисовывать вот, в чистом виде там, из книжки что-либо и переносить это на свою композицию. Это запрещено. Нужно создавать из того, что они перерисуют, допустим, костюм, допустим, элементы костюма, силуэты какие-то. И нужно обязательно развить какую-то сюжетную линию. Это обязательное условие. Значит, надо еще фантазировать, сочинять что-то свое. И здесь, получается, шрифт, он выступает как элемент композиции, как составная часть композиции. Вот. И часто, даже если дети и используют его, они не знают значения этих знаков. Ну, они их чисто декоративно используют. Працюючи над графічним рішенням, діти пізнають не лише закони композиції, а й доторкаються до історії, культуры разных народов. Здесь вообще газетный шрифт и журналы. Видите, то мелкий, то крупный. Он создает ритм, да, и горизонтальных линий, вертикальных. И плюс еще тут, учитывая движение фигурок, да, и это создает такую гармонию. Кроме того, еще, видите, дорисовано. Можно гуашью, там вот волосы дорисованы немножко, ручки. Это такое мелкое, что было сложно клеить, то я разрешила так.
Это образы плакальщицы. Не всегда получается добиться от автора именно строго ту задачу, которую я ставлю. Не всегда дети подчиняют. Допустим, здесь цвет, видите? Мне не очень это, допустим, понравилось, но получилось в целом неплохо, потому что, видите, светлый шрифт пошел, где лицо, шея, да? Здесь одежка, здесь темные, более темные, но опять же была ограничена цветовая гамма. Нельзя было пользоваться всеми цветами, иначе было бы просто путаница сплошная. Видите, тут только голубые какие-то, фиолетовые, холодная гамма. И там вверху, шляпки там, видите, розовые. Вот, чтобы читался силуэт. А это по мотивам наскальных росписей. Это еще первобытное искусство. Вот когда люди рисовали и знаки, и всякие наскальные изображения. На этой работе, видите, вообще ограничено, еще больше ограничено. Здесь только черный, белый шрифт разрешался. И дальше дорисовывание тоже белыми и черными штришками. Это тоже задание, для того, чтобы не были они похожи. Чтобы каждый ученик шел своим путем. В этом есть процесс творчества. Нельзя всем сказать, что делайте так. Даешь, допустим, задачу, использование шрифта. А кто как решит? Этот решил использовать цветовые пятна, здесь так. Я перед тем, как задание выполнять, объясняла очень подробно, что можно делать, что нельзя и как можно. Дальше каждый должен идти своим путем. И вот мне нравится, когда ученик... Тут в этом есть творческий процесс. Потому что творчество – это всегда находчивость, это всегда смекалка. И дети, у которых, допустим, и вообще не только дети, и люди, да, взрослые, у которых это развито, они могут из какой-то ерунды, из простых материалов природных могут что-то создавать. И вот это, чтобы развивать в детях, это самое главное. Это наша задача – преподавать и развивать именно творчество. Это связано с древнерусским, да, вы видите. Здесь помимо использования шрифта, здесь и еще гелевая ручка. Вот, и вот это пишется фломастер. Видите, как дополнение композиции, да, вот эти надписи. А это японская тема. Вот это Индия, китайская, да, по мотиву. Тут пагода и какие-то иероглифы. Конечно, дети не знают смысла этих иероглифов, но они играют чисто такую декоративную функцию несут. Это опять же тоже шрифт старославянский, тоже какие-то вот тут богатыри. Вот вверху две работы с Египтом. Видите, вот это и крайняя там, да? Это Египет. Тут разрешалось даже и работать мелками, да? Там задний план, там дома. А фигура сама и какие-то камни, вот тут, видите, только на переднем плане выполнены такой манер. Тут, она и как композиция, так мне нравится эта работа. На мой взгляд, это одна из лучших. В этой же манере, где изображено задний план, это... Там домики пастелью и передний план, вот фигурка такая. Как всегда, в композицию надо главное выделить, да? Здесь вот выделена фигура и собачка. А второстепенное, то, что не главное, дома сделаны хоть и цветно, но они как бы на заднем плане. Огнем тронута работа, видите, такие подпалин. И дырки здесь прожгли специально, как будто это... Старинная, древняя какая-то композиция. Здесь, видите, графика черно-белая и введение знаков, их, которые письменность, так сказать, была. Вот. И в целом сюжетная какая-то, развитие сюжетной линии. Для створення композиції зі шрифтом знадобляться такі матеріали: олівець, гумка.
рамка, аркуш паперу, клей, ножиці, журнали, газети. Можна використовувати графічний матеріал – кольорові олівці, фломастери, туші, маркери, ручки. Для этого использовать любой картон, любого цвета, да, коричневый, черный, там, цветной, как здесь. И потом дальше уже смотреть. Если, допустим, формат вы взяли черный, да, то, конечно, черный не наклеишь. Значит, нужно использовать какие-то шрифты светлые, серые, которые бы читались на этом фоне. Естественно, если светлый по тону лист, то на нем будут темные, белые, контрастные. То есть использование, конечно, контраст. Сначала мы делали эскизы на маленьких форматах. Ну вот, допустим, вот можно продемонстрировать один из эскизов, вот такой, да. Потом, девочки, дайте еще кто-нибудь, да. Так, вот такой, это тема Китая. А это тема африканская. Видите, они делают вот эскизы на маленьких листах, а потом это переносят уже на большой формат. После того, как они закомпонуют, некоторые будут вырезать эти фигурки и наклеивать потом на цветной фон. Вот у девочки, вот у этой, красный такой лист, она будет клеить сейчас... Дай мне журнал, пожалуйста. Журнал. Вот такой вот журнал. Вот, видите? Вот здесь можно выбирать разные, можно текст выбрать, и некоторые фактуры интересные, такие, какие там она задумала, да? И хороший есть тут, можно даже цвет вот вводить. Вот она заготовки сделала, вот такие вот разные вырезала, темные, светлые пятнышки, которые потом будет использовать в своей композиции, будет выкладывать из них клеем клеить. Вот здесь вот на композиции, вот на этой, китайская тема, вот такой сидящая фигура такая. Я люблю графику рисовать, и поэтому мне даже Наталья Ивановна посоветовала, для графики получается Африка более подходящая. Изломистые линии для графики очень сильно характеризуются, поэтому и удобнее. То есть плавности это нету. Ну, по сути, я думала изобразить шамана, типа ихнего, ну, главного, там, тоже типа бога, возможно. Ну, и он, его служит ему, он пришел ему преклониться, там, рассказать что-то. Ну, такая идея. Работа, она уже цветная будет, она очень сильно будет отличаться от эскиза. И эскиз – это набросок такой легкий, а ты уже на листке делаешь полностью то, что ты задумал. Здесь вот эта фигурка, может быть, не поместится. Надо чуть-чуть, наверное, по композиции сдвинуть немножко. Здесь смотри, посмотри, что у тебя здесь поместится, не будет слишком выходить. Пользовалась литературой, которую нам предоставила Наталья Ивановна. Очень интересная книга была, и я вдохновилась вот этим, вот прочувствовала все настроение, и вот так как-то получилось. Я хочу изобразить какого-то очень высокого человека. Кусаму, да? Да. И он как бы идет на трон свой. Mm-hmm. Вот. И тут будет сакура, и дорожка, которая будет гореть. Я изображаю Китай. Взяла с книжки образ и дорисовала всякий задний план. И теперь клею и вырезаю. Делаю графику. Ну, потому что красный цвет яркий и как-то ассоциируется с Китаем. Ну, не сильно сложно, но фантазию надо. Я хочу сделать что-то на испанскую тематику. Почему Испания? Не знаю. Она именно ну, вот очень эмоционально интересная. Ритмичная? Да. В каких тонах будет сделана? Наверное, в каких-то теплых. Я хочу показать фламенко. Я делаю про Японию рисунок. Праздник японский, вот этот вот храм, и тут будут еще люди. Вот, пока. А вырезки тоже из глянцевых? Я буду вырезать образы людей белым вот картоном и наносить потом на коричневый их. Вот. Не сложно задание само? Сложно задание. Сложно? Как думаешь, справишься? Думаю, справлюсь. Задача в этих работах развитие творчества, конечно, творческого начала, фантазии, воображения развития.
Ну и умение использовать материал.